Сейчас, как и 10 лет назад, я думаю, что я буду делать сегодня, что я буду делать завтра, а также, что я буду делать в этом году и что в следующем. Я никогда ничего не откладываю на потом, потому что жизнь проходит так быстро. Я помню, 10 лет назад я хотел создать фонд Джеки Чана, хотел сделать очень много вещей, купить то, купить это. А когда после травмы я вернулся в Гонконг, я действительно создал фонд Джеки Чана, но основанный совсем на другом. Я открываю утром глаза и думаю, мне подарен судьбой еще один прекрасный день, я его заслужил, а завтра я проснусь и подумаю, что я сделал. Ну хорошо, в этом году я сделал два фильма, и это все. Только после травмы я понял, что я очень счастлив. В то время, даже когда кто-то делал мне зло, или я кого-то не устраивал, я просто смеялся. Простите, до свидания. Я не мог понять, как могут люди из-за такой мелочи, как 50 центов или доллар, перегрызать друг другу глотки. Когда я был молодым, я помню, если кто-то сигналил мне сзади, когда я ехал на машине, я просто показывал ему неприличный жест. А сейчас в той же ситуации говорю: «Извините, проезжайте». Я счастлив каждую минуту моей жизни, и это делает меня молодым. И это делает мое кино более здоровым.